Мэр приехал на автобазу в 6 утра, когда на линию стали выходить первые автобусы. Алексей Капайгородский побывал в диспетчерской ремонтной зоне, встретился с механиками, а также посетил медицинский кабинет, без прохождения которого ни один водитель не может приступить к работе. Глава Сочи отметил, что муниципальный транспорт должен быть безопасным и соответствовать всем техническим требованиям. Сегодня на балансе Сочи Автотранса 361 автобус. На линию выходят только 214. Эти автобусы ежедневно работают на 30 городских и пригородных маршрутах. В случае выхода техники из строя пассажиры вынуждены дольше стоять на остановках. Чтобы избежать таких ситуаций, предприятие работает над созданием резервного запаса машин. Кроме того, появились специальные ночные бригады. У нас проходит как плановый, так и текущий ремонт. Если какие-то серьезные поломки, делаем это все ночью, чтобы утром все автобусы вышли на линию, чтобы все люди могли спокойно уехать на работу. Мэр Сочи отметил, что сегодня предприятию необходимо восстановить подвижной состав, который был принят на баланс еще в 2013 году. На сегодняшний день все силы мы бросаем на то, чтобы произвести все необходимые ремонтные работы по подвижному составу, чтобы и лето у нас началось с кондиционерами, и внешний вид автобусов глаз радовал. Помимо этого, глава города протестировал работу транспортной карты «Пальма» и проверил, чтобы время в пути соответствовало расписанию. Также Алексей Капайгородский поручил обновить городские и пригородные маршруты в Сочи в соответствии с запросами местных жителей. Сделать это необходимо до начала курортного сезона.